этот фильм расскажет вам о нескольких концертах Святослава Рихтера, которые прошли во время традиционного музыкального фестиваля «Декабрьские вечера», проводимого Государственным музеем изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. В этот раз «Вечера» были посвящены музыке XX века. Святослав Рихтер выступил вместе с молодыми музыкантами. С Мариной Ворожцовой они исполнили сонату Сергея Прокофьева для флейты и фортепиано в концерте, посвященном творчеству композитора. Святослав Рихтер был первым исполнителем этой сонаты, более широко известной по переложению для скрипки. Вместе с флейтистом Николаем Харьковским он исполнял ее в Москве в 1943 году. Мы спросили у Святослава Теофиловича, не изменилось ли его ощущение от этой сонаты за эти годы. У меня ничего никогда не меняется. Если у меня было ощущение, такое навсегда и остается. Или меняется к лучшему. Но я просто очень люблю это сочинение. Я считаю, что оно замечательно на флейте и совсем не очень хорошо на скрипке. Это уже, я сказал бы, некоторый компромисс. Вы услышите первую часть сонаты. Модерато.